Как это у вас и слева, и справа бита? Вы откуда ехали? Я рукой включил, когда это самое, когда машину у меня понесло. Тогда мы обе слепи, да? Нет, слушай, а зачем мне поворотник включать, если я прямо с моста ехал? Откуда мы знаем, зачем вам включать его было? Ну не было. А мы же видели, может, только... Они вообще заворачивали передо мной, а я прямо шел. Да, с поворотником. С каким поворотником? Ему лед был поворотник. Подожди, лед на дороге. Это во-первых. Поворотник выключил. Какой поворотник? Да, сейчас мы выключили поворотник. Что, мы оба слепые были? А я откуда знаю? Мы слепые. Конечно. Ты там не был. Вообще. Я-то видел, как был. Но поворотник был включен? Конечно, не был. Не было поворотника. Откуда никакого? Поворотник был включен? Ты что? В какой стороне стоял? В какой стороне? Вот, я там стоял. Ну и все. Ты тогда подошел? Останься. Не было такого, что я совсем идиот, что ли, блядь? Поворотник мне, я прямо с моста шел, у меня поворотник лучше. Зачем у меня надо поворотник? Ну, девки виноваты, конечно. Я не верю, что они там видели поворотник. Даже Малец стоит и тот говорит, что я же видел, никакого поворотника не было. Это не сам, это что ли? Да.